Я беременный. Это правда. А отец кто? Ну, если я мать, значит, и отец. У нас есть водка. Опять запьешь? Эпиляция бесплатна. И жене можно. Жене надо. Папа, папа, зачем ты смеешься? Я плачу. Блин, что? Просто я беременный. У нас будет котенок. А теперь порно. Я бы не мог. Я не могу так работать. Я вправе сам. И нечего подглядывать. Мы следим за развитием событий. Какая, говоришь, там идея? Значит, завтра мы едем в офис и сразу ставим такие условия. Я говорю, пизнец вам всем! Рот и бира делаем, шпили-выли устраиваем, кашкам она продаем!